Русские рубли образца 2000 года и 2,50 копеек образца 92 года. Белорусские рубли еще, напомню, в народе называют зайчиками. Скорее всего, из-за того, что на банкнотах, на рублях белорусских после распада Союза 92 года были нарисованы разные зверюшки. Например, на 50 копеек белочка видно, на одном рубле зайчик, на тройке бобры и так далее. Волки, медведи, зубры, другие редкие красивые животные. Вот. В 2000 году были напечатаны такие банкноты. Напомню, что с 1 июля 2016 года в Белоруссии была деноминация национальной валюты. 10 тысяч старых рублей обменивались на 1 новый рубль. Старые рубли были в обращении до конца 2016 года. Так, здесь две штучки взял. Есть контакт. Если вам интересны эти боны, если они вам нужны, добавлю ссылку под видео на аукцион. Захотите, приобретайте. Аукционы все с 1 гривны. То есть, если никто ставки не сделает, только вы, соответственно, за 1 гривну заберете. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.